Минута. Тридцать. Десять. Очко зарабатывает команда «Атака», да? Тридцать. Поле команды Крушина Калашников. Десять. Тайм-аут был до 10 секунд. Минута.
30. 10. 30. Время. Очко Крушина. Десять.
Игра без очка. Тридцать. Десять. Время. Очко зарабатывает команда Калашников. Тридцать. Пятьдесят секунд.
время. Очко потрачено. Тридцать. В поле Крушина Калашников. Вы третий играете. Третья игра ваша. Сейчас вторая игра. Сейчас третий дивизион играет, вторая игра. Вот вы последний будете играть. Ну. Десять. Время. Очко команды Крушина. В поле команды потраченная атака до конца 16 секунд. 30. Счет 1-1. Потрачено тайм-аут, да? Хорошо, тайм-аут вам. Минута. Тридцать. Десять. Время. Время, стоп, игра. Игра без очка, счет 1-1. В поле команды Круш... Гейм без очка. Тридцать. В поле Крушина Калашников. Счет 2-1 в пользу команды Крушина. Готовятся команды 4-го дивизиона Хаски Кураж, Союз, Шервуд. Десять. Thank you.
Время. Калашников полотенце. В поле эти же команды. 1.5 минуты. Минута. Десять. Уважаемые участники, пит-зону освобождайте, те, кто не играет. Время. Очко Калашников. Поле команды «Хаски» и «Кураж». Готовятся «Союз» и «Шервуд». Тридцать. А почему так получилось? Почему три? Просто выбрал Калашникова, звоня не бегал. Десять. Минута.
Очко заработала команда «Хаски». В поле команды «Союз» и «Шервуд». Тридцать. Десять. Время. Очко «Шервуд». В поле команды «Кураж» и «Хаски». 30. Десять. Время. Фигуры, пожалуйста, судьи, подкачиваем. Очко заработала команда «Хаски». Четвертый дивизион у нас играет до 2 очков. Матч «Хаски». 30. В поле «Союз» и «Шервуд». 1-0 в пользу команды «Шервуд». Десять.
эти отыграли. Дальше они по расписанию надо смотреть. А, то есть всё можно. А как можно время. Очко «Союз». Эти же команды продолжают борьбу. Полторы минуты вам. Фигуры, пожалуйста, подкачиваем, судьи. Техники, принесите, пожалуйста. Минута. Десять. Время. Очко «Союз».
Матч «Союз». На поле приглашаются команды «Крушина», «Гром». Готовится контра «Потрачено». Десять. Время. Очко «Гром». В поле контра «Потрачено». Тридцать. Десять.
время. Очко контра. В поле команды Крушина Гром. 30. 10.